Терпеливая игра, хорошая. Мы отработали в обороне, сделали все, что сказал тренер, ловили шайбу на себя. Самоотверженная игра и дисциплинированная, приносит плоды. Вы сегодня стали автором решающей шайбы. Расскажите, как получилось забить? Да, в принципе, всю игру играл в обороне, но звено наше. Там получился прорыв, мы немножко закружили их и за ворот вылез, забил. Партнер помогли. Согласны, что там Константин Макаров еще здорово смену провел. Там два раза бросил, не дал шайбе выйти из зоны. Да, конечно, говорю, партнер помогли. Костя вообще молодец. В концовке нефтяник перешел на игру в 6 полевых. В принципе, можно сказать, что броски-то с их стороны были, только вот шайба до Андрея Литвинова не доходила. И все, опять же, благодаря нашим ребятам, что садились, ложились под шайбу, самоотверженно действовали. Да, если бы не это, я не знаю, как бы сложился матч. Сегодня Юра, как Шаров, как сказал тренер, 7 раз на себя шайбу поймал, это дорого стоит. На этом строится команда. Видно, что строится, и видно, что есть позитив. Уже серия победная достигла отметки в 6 матчей. Ну да. Ну, опять же, это все приходит через работу. Мы не могли там в начале сезона все говорили, вот, надо половину состава менять. Мы только сыгрались, вот сейчас приносят свои плоды. Тренировки и труд, все перетрут, как говорят.